Все, ничего, проходите. Проходите, проходите. Железнодорожников, а это мы знаем из газет, мы знаем из статей, мы знаем из видеорепортажей, мы видим это на снимках. Это действительно поистине очень тяжелый, порой, скажем так, сложный труд. Поэтому огромное вам спасибо за это. Ну и в этот вечер мы подведем итоги мира. Исполнилось 15 лет со дня образования, и несмотря на длительную историю российских железных дорог в своем современном формате, она существует всего 15 лет. И чтобы как-то обфиксировать эту дату, мы придумали вот этот проект 24/7, где решили показать медиасообществу, ну, в широком смысле этого слова, куда входят не только классические журналисты, сотрудники классических средств массовой информации, но куда входят и такие современные, в общем, блогеры. Благодаря вам. Ну что ж, поздравляем, давайте поддержим аплодисментами Татьяну, ну и так держать. Ну что ж, мы продолжаем.